Привет, меня зовут Агил Тыми. Сегодня мы играем. Привет, соседа, третий акт, третья часть. Нет, по-моему, вторая. Не, четвертая часть уже, в принципе. Я тут появился в один клуб. Вчера мы от... Не вчера, а не вчера... Как его, не вчера... Не вчера, просто не вчера, а в прошлой части, вот. В прошлой части мы открыли одлом, поэтому теперь можем... Да блин, как попасть сюда ко мне? Да как? Я не знаю, какая уже попытка идет. Вот. Хорошо, что я убежала. Ха-ха. Да их ты не сможешь, сотики-то. Не такой молодец ты. А знаешь, что я, по-моему, видел, что вон там вот, по-моему, должна быть отмычка где-то. Вон, видите? Кстати, видите? Видите, вон там была отмычка. Я вам покажу сейчас повтор. Да блин, надо рестарт опять. Там была отмычка, короче, за картой находится отмычка. Да не знаю, как это работает, может это какой-то секрет, но я это увидел сам. А вот, наконец-то день. День — это самое лучшее. Тут светло, у тебя настроение есть. А ночью как-то темно, хмуро. Ну, в принципе, как я обычно. Я, короче... А кто это тучит? Да, блин. Да, кресло! Я бы будь свободен, у тебя... Почему не можешь быть свободен? У тебя вот этих вот, у тебя дом, есть своя ферма, вот, которую ты почему-то губишь. Вот главное, чтобы здесь поезд не был. Все, пошли. Кстати, надо мячиком забить гол. Там вечеринка. А вот для чего нам красный пил. А, нет, для этого. Когда как отключить вот эту вот штуку? Здрасте. Показалось? Не показалось или сейчас? Ну, что делать? Точно, надо ведь построиться. Надо что-то бросить туда, по-моему. Я даже не помню, что надо сделать. А как получить красный этот? Там была камера? Там была камера. Так, еще раз. Ура! Так, готово. А что тут надо делать? Я забыл. Опа-на. В этом завешена мельница. А, вспомнил. Надо взять камеру. Отправиться вот сюда. Так. Бедная коробка. Чуть не упала. Самое главное.
конечно. Так, тут камеры. Ого, я пробежал, как камера, это все возможно. Так вот. Тут закрыто. Надо у меня уже в конечном случае мне надо уже. А где он бегает? Вы его видели? Мне интересно, что у меня глаз чешется. Ночь сейчас будет. Да что такое? Что, даже ночи не было? А, так когда он меня убил, был бы вечер. Ну, солнце прибежит, и мне конец. А как? Как? Простите сказать. Простите сказать. Да, ну ё-моё. Пол серии я только беру и рестартуюсь. Наконец-то. Так, наконец мне надо что-то сделать уже. А, я уже буду ногу закрыть. Слушай, ты мне вот серьезно уже надоел. Только что я делаю, тебе уворачиваюсь. Как мне открыть эту дверь? Почему, когда я возле него, я замедляюсь на 315%? Смешно. Это очень смешно. Я из-за куста прыгаю. Может, ты в ту сторону прыгаешь? И все. Поиски закончены. Мне надо уже сделать этот выход уже. Ты тут дурачок какой-то. Хожу и ничего не... Мне нужен... Да блин! Сколько можно? Как? Я не знаю, он видит сквозь стены. Я надо сейчас просто на пролом идти. А они сейчас без разницы, если ночью этот. Идем просто на пролом сейчас. 3, 2, 1, бежим. О, даже меня не убил. Странно. Надо как-то спустить воду. Тут, в принципе, стекло уже готово. Готово.
двери что-то странно как-то. Надо нажать еще раз. И вот. Так. Ну прекратите вообще-то сейчас поезд это. Куда-то едет. Из губы-то куда-то едет. Наверняка не лезет. Отлично. Так, куда он лезет? Куда это? Сейчас проберусь. Сюда. А здесь ничего. Развиваться вот тут вот. Тут надо только ночью, а ночью не получается. Получается только вот сюда. И тут закрыл. Мой зонтик герой. Настоящий герой. Давай! А где? Странно. Ой-ой-ой, зонтик. А если у меня что-то бага? Пожалуйста, лови меня. Лови меня. Спасибо. А еще надо возобновить фокус, да, конечно. Сидеть. Ладно, мы можем кончать. Всем пока. Лайк и подписка. Увидимся. Это была 4-я часть 3-го акта первого наебора.